Итак, всем привет, меня зовут Денис, на канале Фредовес Плей. Да. Мы продолжаем играть в игру под названием «Темные картинки». Ого, дыра, нихера себе. В предыдущей серии нас нашли эти долбанные браконьеры, или кто там, я не знаю. Короче, лодочники, типа рыбалки. И захватили нас. И мы доплыли до корабля призрака. И сейчас тут будет пердец нам. Трамблер снял. Ох, теперь бы главное, чтобы у меня сердце выдержало. Господи. Ты прикинь, ты сколько лет, и он не затонул. Спасибо. Босиком ходит. А я за этого? Ой, елки, за Конрада. Я Синхер, что тут недавно никого нет. Тут есть что-нибудь? Журнал. Да ядрить тебя в колено. Это ж интересно, с точки зрения интереса. Весь этот корабль — плавучая могила. Ай, взял и не дал почитать, ну что за люди нахрен? Шевелись. Да иду я. Что у него упало? Только еще наручник, что ли? Бляха, шмелюха, да шо ж тебе 300... Ой, бля! Что-то тут конкретно это самое. Скример это. Я не подписывалась на этот ужас. Что-то тут есть такое жуткое, что аж волосы на всех местах шевелятся. На всех местах. У меня пока есть только в одном месте. Крест висит. Висел. А есть что-нибудь тут? Опа, опа. Миллер. Ой, чувак уже пришел. Какой быстрый. Шоколада, ёпта. А чёрт, мертв, мертв. Опа, опа, подожди, подожди, что тут? Да ты задолбал, иди налево, ты посмотри на него. Чё не сделал? Чёрт! Да ладно тебе, крыса. Правда, они человечку похавали. Опа, 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 опа. Внутренний циркуляр. А переверни. Хм. Куда это они не хотят идти, интересно?
Отсеки 3А. Первая вахта в 0:00. Далее сами график нарядов. Интересно, отсек 3А. Да, цепанул. Ну ладно. Не хочет вести вахту. В отсек 3А. Ладно, вы все марш в каюту. Да ёбаный рот, бляха-муха. Отсек 3А. Случайно это не тот, который рядом был? О-о-о-о, сзади картина, картина. Эй, тут совсем темно. Дай фонарик. Спасибо. Лампа старая. В принципе, она сухая, правильно? Так, глазки потерли, все, пальчики на клавиатуре. Черт возьми, что это за место? Так, эти недоумки вернулись, покинули корабль. Давай, Эй, даже эти придурки зассали. Думаешь, корабль маньчжурское золото? Не. Мы сейчас поблизости от тех координат. Нельзя просто сидеть. Нужен план. Да. Мне кажется, мы сейчас не в том положении, чтобы хоть как-то трепыхаться. Как только они расслабятся, надо этим пользоваться и валить с корабля. Здесь опасно. Эта ржавая корыта в любую минуту может пойти ко дну. Мы уже пытались сбежать, и, по-моему, ни хрена не вышло. У них крышка трамблера. Без нее мы никуда не уплывем. Найдем новую. А мы можем, типа, заменить ее? Нет, ее не заменишь. Нам нужна крышка трамблера. Пока они ищут маньчжурское золото, или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу, нам надо придумать, как отсюда свалить. Плиз? Я хотел сказать... Я, наверное, все неправильно понял. Ага. Не поняла. В общем, я несколько поторопился с выводами. Решил, что ты типа заодно с этими уродами. Или там... Но я... Дураку ясно, что это не так. Они обошлись с тобой ничуть не лучше, так что... Да. Хочешь, переведу? Он извиняется. Я... Ладно. Извинения типа приняты. Окей. Окей. Так, тут-то, короче, вон картина. Надо пойти... Блин, а чё я пройти не могу, не понял. А и тут что-то, да? Что такое? Ну? А может... Мы нет, сказали, подожди. Подожди, там подожди, подожди. Так нам ждать детализированный счет за все эти... А это что? Газета. Что случилось? Какого года? Размытая. 350 в час. За выслушивание ваших тупых приколов. Скажу позже. Ну, хоть за повреждение лодки не возьмешь. Теперь да. Шо-шо-шо-шо-шо. 24 британских реолога пропали. Без вести в Ираке. Гора Загроз. Экспедиция, окей, понятно. 1947 год. Прекрасно. Просто великолепно. Картина. Здравствуй, картина. А, это не просто Почему картина. Почему это сорвали со стены? А посмотреть нельзя никак, да? СС и все. А вот это как уже говорит, интересно. Это письмо. Взяли. Так, мисс Джен Ризинг, окей. Лук, тут квартира 2, ага.
Алекс, мне так страшно. Ты думаешь, мне не страшно? Что здесь еще? А что это такое? Очень, очки. Очень жутко. Очки. Маленькие причем такие. Даже думать не хочу, что эти парни с нами сделают. Эй, нам скоро может подвернуться еще один шанс. Сейчас. Так, подожди. Что еще? Еще что-то должно быть стопудово. Угу, ладно, давай с этим потрещим. Ты как? Радуюсь жизни, Конрад. Пока еще могу. Кстати, я нашел письмо. Парень писал домой про призраков на корабле и прочую хрень. Угу. Призрак. Все-то навсего. Ну, да, то есть тут нет призраков. Надеюсь. Так? Надеюсь, призраков мы не встретим. И без них забот хватает. В общем, там один парень жаловался, что другой косит под больного, чтобы не караулить трюм. Вроде как он не в первый раз уже так делал. Вниз никто не хотел ходить. Короче, мораль, похоже, такова. Держитесь подальше от трюмов с привидениями. Призраки? Может, они сочковали просто? Да. Ну, или там суперпризраки. Это... как? Призраки, но 16 бит. А, только я вообще ничего не поняла. Суперпризраки. Так, надо успокоиться и подумать, как отсюда выбраться. Знать бы, какой у рыбаков план. Какой найти первым будем свалить? Наверное, ищут золото. А эти болваны, наверное, хотят разбогатеть. Ищут маньчжурское золото. Которого, может, и нет. Что, если они его не найдут? Мы в жопе. Ну, что делаем? Пу-пу-пу. Мы же хотели приключений. Ну так вот, давайте приключаться по полной. Приключаться? О, серьезно? Думаешь, у меня кишка тонка? Приключаться по полной. Пожалуйста. Я найду эту крышку тумблера для Дюка, если вы соизволите поднять свои задницы тумблера и помочь мне. И тогда, надеюсь, мы сможем вернуться к заначке с пивом, а? Все. Ну что? Так, здесь мы ничего сделать не сможем. Будем дальше осматриваться и искать выход. Ладно, да, до скорого. Крышка тумблера, блин, сам ты тумблер, мне трамблер, ты налево. Да, давай, пихенивай. Давай, парень. О, да, детка. Есть такое дело. Эй, я тут кое-что нашел. Так а чё, ну открывай. Сука! Ну, не надо так грубо. Сейчас, минуту. Я попробую как-то снять. Ну что, я понимаю, что Вэн, ну так шо, он же не это самое. Разводится. Ты их видел? Ага, так они знают. Prisonnier, ça va trop loin tout ça. Faut calme.
Ёпт, какой голос противный. Я ваш капитан. Все, поговорили. Значит, соответственно, они знают о ерунде это всей. О призраках и всем остальном. Блин, надо было сначала к двери подойти, а потом уже с ними поговорить. Ой, бляха-муха, Василиса, ты прекрасная. Че сразу-то не сделал, елки-моталки? Шел же рядышком. Что за человек? А что, тут ничего нету? Хотел бы я услышать заключение эксперта, что эта ржавая корыта не утонет прямо сейчас. Да не утонет. По крайней мере, мы не застряли на корабле-призраке с маньяками посреди океана. Ага, тебе помочь надо, ёпарас. Ну как? Сразу сказать нельзя было. Эй, сюда. Если откроем, свобода. Стоп, стоп, стоп. Мы не знаем, куда ведет эта шахта. В трюм. Куда бы ни вела, полюбас лучше, чем здесь. Ну, я бы не сказал бы. Решетку? Нет, я справлюсь. Кто-то должен отвлечь их. Будет шумно. Не надо выбивать. Может, подопрем дверь изнутри? Логично. Вот этим же ящиком. Отвлечь, подпереть. Что такое? Пуки мало. Ух ты, походу пылюка поднялась. А что подпереть? Дверь же открывается туда. Не сюда, да? Ну ладно. Блин, давай спрятаться. Бывает, что поделаешь. Она мне вообще-то не понравилась, в принципе, если честно. На секундочку. Ну реально не понравилась, не знаю что. Ну что, оторвались? Сашу, надо идти. Нет, нахрен! Надо вернуться за Флис, она попалась из-за меня. Да, надо. Но нет, без героизма. Нам надо скорее убираться отсюда. Тут есть пульки. Патронки. Ты прав. Автоматы. И все остальное. Не затра... О, сейчас будет очково, да? Ничего нету. А не, что-то есть. Не играть, не курить, не употреблять алкоголь, не... Всем членам экипажа, я понял, короче, это этот самый. Записка, что нельзя делать. Не дрочить там тоже должно быть, по идее. Или там чай дают, я помню. Какой-то. Еще одна, что там у нас интересного. Бляха, шмелюха, ты открылась. Нахера ты открылась? Лучше б не открывалось уже. И что здесь? Раскрыта тайна вонючих носков и грязных трусов. Зашибись, отлично. Порадовал меня. Опля, опля. Ух ты! Бляха, сука. Говно нахер. Ничего нет, ладно. Долбаная крыса. Так много этих самых моментов. Как они, уже забыл. Как они называются. Фух, чтоб вы поняли, я играю 12:30 ночи, блядь. Так что мне сейчас вообще не весело.
Стоять. Я что-то увидел там. Вот здесь вот кто-то был. Справа. Я тебе говорю, какая-то женщина была в шапке. На видосе можете потом посмотреть, потому что я-то не увижу ее. Но я стопудово понял, вот тут вот была какая-то баба. Прям, интересно, куда все подевались? Прям 100%. Тут должны быть десятки людей, сотни. Как они могли исчезнуть? Тысячи миллионов. Оставим здесь все свои вещи? Что-то не сходится. Опа-на! А что я вижу, по полу тянется, да? А где же стрелочка? Вы здесь? Это карта, понятно. Да, по полу тянется. Твою медь, сука. По полу тянется этот воздух. Зеленый. Все, началось, веселуха. Сука, я думал, это будет как четвертая часть. Честно. Я думал, что это будет как четвертая часть. А здесь полная жопа. Реально жопа нахер. Скримеров немерено. В четвертой части вообще их было понты. Я просто посмотрел их немножко, ну. Немножко полностью, в принципе. Четвертую часть. Потому что сказали, что в четвертой части не так много интересного, как были в предыдущих двух. Так, милая Элли, понятно. Она переверника. Вот, дописано. Пугает меня, он продолжает говорить мне, что она короткая, маленький мальчик, который был. Каждый раз видел его в трюме, а потом убегал. За это у нас тут было быть не может. Сейчас, когда война закончится, она определенно бдит, как никогда. Этот кусок чего? Наверное, вычеркнули цензуры, но все же вот это. А, Роберт. Ёлки-моталки. Я очень рад, что снова в море. Понятно. Ядрить пол унитаза нету. Кто ж сожрал? Сейчас опять что-то будет, да? Сука. Что такое очковое место, если честно? Получается, он его, в принципе, виделся постоянно. Только бы Флис была жива. А тот написал уже. Она крепкая. Что они с ней делают? Джей. Слушай, ты так свихнешься. Будем оптимистами. Бляха, шмелюхи. Так, тихо, стоять. Секунда. Ты слышал? Если ты имеешь в виду зловещие звуки, нет, не слышал. Еще как слышал. Что-то двигалось? Да, такой звук, когда что-то двигается. Я реально не ожидал такого от этой игры. Я так испугалась. Ты испугалась? Да у меня сейчас сердце станет, нахер. Ночью такое? Играть. Машинный зал? Ну, есть тут что полезное? Нам нужна крышка трамблера, чтобы отсюда выбраться. Чашка. Давай чашку возьмем. Так что, открывай. Секунду, сейчас немножко все это самое. Взяли, держим. В чем дело, я не пойму. Что такие? Что не так? Давайте в другую сторону повернем. Повернем вправо. Че он ее ложит? Взяли. Нажал просто. Просто нажал и все. И обратно ложит. Не открывая ее даже. Ну и хер, не хотите, как хотите. Но там я уверен, что была баба. А что здесь? Ничего, да?
Ладно, ладно, ладно. О, вот он, зелененький. Замечательно. Дым. Может, они прячутся в трюме, хотят устроить нам сюрприз? Угу, блять, в трюме, сука. Сюрприз. Что это такое? Ох, прекрасно. Башка крысы, да? Играли на крысы? О, шлем. Опять книжка. Зажали. Ну и шо? Ну и нахрена ты ложишь? Я не пойму. Может, надо два раза нажать? А нихера. Значит, я не знаю, что надо сделать. Без толку. Может быть, потом найду где-то ответ. Ну да, тут зеленый, это чепуха внизу. Опа-на, кораблик. Так, это мы, получается, можем разъединиться, правильно? Да. Надо сделать так, чтобы мы не потеряли Алекса. А то Алекса будет пердец. Тут все тупик, да? Да, тупик. И тут тупик. Тут тоже тупик. Вроде пока мне все нормально. Слышал, у бабы башмаки. А не, это у Алекса башмаки. Что-то движется. Кто там? Потуши свет. Да, там кто-то есть. Нахера ты это сделал? Это просто, блин. Рукой надо было притушить и все. Крышка. А тут машины, в принципе, можно здесь лагать. Крышка трамблера. Сдюк. Возьмем ее. Ольсон. А, какая крышка? Да, давай. Да. Вперед. Прикрой меня. Чем? Йо, Брэд, сначала нам надо все обдумать. Боже, да подожди ты. Какой сильный, ёпта. Ты вечно скрывался, вечно это самое. Тут, на тебе. Твою мать. Так, тихо. Пальцы, пальцы главное, чтобы были все нормально. Спрятаться... Сказать Брэду. Ложись. Там уже сказал тебе ложись. Блин, заберет, да? Окей. Кто там? Я вас слышал. Да никого тут нет. О, деваха. А их двое тут. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas.
ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Шарашить и отвлечь. Фу-ти, навир де мерда. Ребаный вонючий корабль. Мерди. Мерди. Идем за ними. Окей, пошли. Так, а там машины стоят, я не понимаю. Возьми ты, открой капот, что мы делаем? Достань мы за ними. Крышку. Нельзя ходить близко. Так, мы их обгоним. Хочется верить. Я справлюсь. О, почалось, бляха-муха. Почалось, идти тё налево. За этого теперь будем пугаться. Это теперь с фонариком. Как ты зажила вообще тот лихтарик, а? Ручной, если его только от зажигалки зажечь можно. Тут что, свет есть? Да ну нафиг. Лампочка горит, да? Лампочка горит. Вы что, на приколе? Да. Что ничего это? Не... Слышал? Не смешно. Сумасшедшая весна. То, скорее всего, мне кажется, наверное, был ветер. Я надеюсь на это очень сильно, потому что у меня на данный момент, наверное, скорее всего, участился пульс, наверное, раз в 20. На данный момент. Что тут творится? Я уверен, это был айсберг. Мы утонем. Не, ну это ж... Не может быть то... Бля, тут же чудовище это, сука. Ничего нема. Да, попадай в дырку. А чё он не идёт? О, пошёл наконец-таки. Погоди, мы здесь уже были. А, по-моему, нет. Нет. Точно тебе говорю, Алекс. Не-не-не. Ты что, водишь нас кругами? Бросьте, надо идти дальше. Мы тут не были точно, ты чё, звезданулась? Опа-опа-опа. Что там, кинжал? Бля. Опять, да, мышь или труп будет, да? Ну давай. Что ты, сука? Господи, фу, ядрить, оно... Не понял. Что там? А чё настоящее? Правда, мозг, ладно, ничего. Ничего. Тебе лучше не знать. Всё нормально. Что это значит? Почему не говоришь? А почему там, я не пойму, слышишь? Ну понятно, что это останки, только от чего? И они свежие. Вот в чем дело. Откуда? О, тут уже этот запашок по самой колени. Эй, сегодня по графику мясная запеканка. Завтрак. Вкусно. Хлопья. В какой-то момент время как будто замерло. Да. Весь корабль перестал работать. В 1947 году, всего-то навсего. О, о, вот это хорошо. Вот это отлично. Это прекрасно. Эй, осторожнее. Сейчас не время хернёй страдать. Классный нож. Неплохая может быть и компенсация для этих уродов. Сейчас? Он мне не нужен. Ты же дурак, что ли? Мало ли что. Может пригодиться. Курс изменён. Что опять я не так сделал, а? Что я опять не так сделал? Ёпта, я ж вроде всё нормально. Вроде же всё хорошо было. Где он? Вот это оно. Нет, не оно. Ладно, короче.
Что я опять? Я ж вроде все хорошо. Взял нож, ну ушел. Я ж, ну, обороняться. В случае чего, ну вдруг это самое. Чук. Ножом по горло и в колодец. Никто не найдет никого. Ножом по горло и в кастрюлю и сварил все. И крыски покушают, и монстр будет что пожрать. Опа. Давай, открывай. Что там? Ничего, ну... Суп дежур, мадемуазель? Можно подумать, ты умеешь готовить. Да ладно, расслабься. Я просто пошутил. Я думал, тут что-то интересное. Слышь, ты мне пол этого самого закрываешь. Обзора. Стой. А там разве не трюм? Не, не трюм, да? Походу, ну трюм же. Но войти нельзя, ладно. Ладно, ладно. Все, я понял, пошли. А это еще что за место? Столовая, идите. Думаю, это правильный путь. Логично. Еще одна картина. Ну, здравствуй. Блин. Это плохо. Это очень-очень плохо. Наша Брэд... Блин, и Брэда, и Алекса надо. Что-то не так. Аккуратно. Да тут что-то не так с самого начала. Что? Что? Здесь кто-то есть. Был ведь... Ну... Какой-то звук. Началось. Галлюцинация. Пошли дальше. Я точно что-то видела. Движение какое-то. Тренер, просто крыса. Стой, просто крысы. Наверное, это просто крысы. Никого нет. Не смейся надо мной. Да ты чё, это прикольно, никто не смеется. Я-то знаю. Ну, я-то в курсе, что тут может быть. Так, здесь мы уже были. Али-Бабай, 40 разбойников. И что делать? Развернуться? С ума сошла. Мы все это уже видели. Хватит, Джей. У нас нет выбора. Надо идти туда. А че кругами? Мы ж тут не были. Короче, нет. Это явно не мой вариант. Что? Мерзкие гробы в жутких часовнях. Не моя тема. Здрасте. Приехали. Тут жутко, это точно. Впереди, ладно. Ну да, тут мерзко и жутко. Надо убираться отсюда. И надо найти Флис. Отлично, так чего же мы тут торчим? А у меня один вопрос. Маленький такой. А где Брэд? Опять. Я понимаю, он спрыгнул. Но где он? Ты шутишь? Ты хочешь его открыть? Ну, я бы, наверное... Ну, в натуре я бы не открывал бы. Но это ж игра, мне интересно. Двое? А почему двое? Обалдеть. Вот жесть. Это вообще... кто? Это хоть человек? Что это за чертовщина? Плохая тут энергетика. Короче, валим! Все, уходим! Ни хренашки. Мне интересно дальше. Двое. Тут имя написано. Брайан и Картон. Что они здесь делают? Не думаю, что они планировали навсегда застрять на корабле призраков. Какая разница, кто армия они США. И откуда? Они мертвы, а мы живы. Пусть так дальше и будет. Тут фишка в том, что там... Непонятно, то ли два человека, то ли... Посмотри. Маленькая. Похож на детский. Не хочу. Пошли отсюда.
Да, может, это малыш Дракула. А тут его родители, и они лежат в земле из родной страны, и... потом они все нападают на Конрада и съедают его. Конец. Зачем запирать гроб на замок? Охренеть, гроб на замок. Зачем здесь цепи и замок? Ну, чем не способ разорвать отношения? Так, вот этот я точно открывать не собираюсь. Ух, что-то у меня мурашки побежали. Подождите, не надо. Сука. Что там? Смотри. Что? Ёб твою мать. Серьезно? Ты что, меня пугаешь? А? Может, просто уйдем? Началось, ёб. Фу, дернулся, блядь, чуть не обосрался нахер. Фу, фонарить. Началось. Галлюцинации и все остальное. А че он не шифтит, не пойму. Что написано? Ладно. Тут ничего, пошли дальше. Так, надо завязывать. А побыстрее нельзя? Максимальная скорость. И почему вообще тут светит свет? Откуда этот звук? Какой звук? Почему свет горит? Все началось, да? Сука. Ого. Да здесь идеально чисто. Сука, началось. Началось, блядь. Мать вашу, не надо. Ну его нахер. Почалось, идите налево. Старые костыли. Так, тут он опять то же самое. Твою мать! Твою мать! Сейчас не время валять дурака. Я серьезно. Я на пределе. Чёрт! Какого хрена? Не трогай! Зачем к нему лезть? Охренеть, я уже на перделе. Куда подевался Конрад? Конрад! Ну, решил проветриться. Сука. Сука. Сука, сука, сука. Блин, еще это что? Тип. Он доктор. Умер от испуга? Он реально умер от испуга. Нет, испуга. У него сердце стало, чувак. Это я точно в курсе. Такое уже было. Ну давай, что ты тут нам покажешь? Переворачивай. Посмотрим. Пульс. У этого парня был аппендицит, что вполне обычно. А потом... он умер от обширного инфаркта. А вот это очень странно. Удивительно. Хэштег нет. Нет. Шо хэштег нет? Ты вообще о чем? Ладно, парень, давай посмотрим на тебя. Мне ж мало всяких этих самых ощущений. А, все, да? Ну, как-то удивительно, что все. Все, да? Так, у меня здесь, вот тут я ничего не ходил. Здоров, тебя я видел. И вот сюда я не ходил. Если здесь и есть лекарство, то... Опа, что за тюбик? Что это такое? Переверни. Ну так а что написано? А брать ты будешь его, нет? И чё? Конрад, что? Выпей сразу две... Эй, где он? К другому специалисту. Что? Что ты меня пугаешь? А где Конрад в натуре? Да хорош на него показывать. У меня ощущение, как будто он встанет сейчас. Опа, опять все старое. Кони! Кони!
не черт, да где же ты? Фух. Где Конрад? Наверное, ушел вперед. Кони! Эй, Конрад! Черт, куда он делся? У него ж нет фонаря, правильно? Блин, зашибись. Прекрасно. Да чтоб тебе ж, я уже сипаюсь от всего нахуй. Куда мы идем? Не твое дело. Так, пора завязывать. То я точно не усну сегодня. Флис. Так, спасибо за просмотр. Блин, это реально очковая игра, извините за выражение. Подписывайтесь на канал. Дальше будет, я так понимаю, супер интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все, всем пока, всем удачи. We'll be right back.